Викторина на беговых дорожках. Задаем вопросы о доте. Кто отвечает неправильно, дорожка ускоряется. Посмотрим, кто из дотеров продержится дольше. Let's go. Поехали. Первый вопрос. У какого скилла больше кулдаун? Battle Trance или Battle Hunger? Battle Hunger. Неправильно. Battle Trance. Правильно. What Dawnbreaker skill is similar to the name of North American organization that does not exist in Dota 2? Luminosity. Yes. У какого героя есть ракета с тепловым наведением? Хуй знает. Тинкер. Кто помимо Virtus Pro занял 7-8 место на последнем инте? Я. Yeah. Неправильно. Наус. Правильно. Каким был номер первого патча в истории Dota 2? Номер первого патча 6.33, я не знаю. 6.70. More or less than 20 heroes have arcane in Dota 2? Arcane. Arcane. Yes. Less. More, 22. What? Какой минимальный ММР можно иметь в Dota? О, я знаю чела, который на концерте на одном подошел к Зауру Куману и говорит: о, я тоже в Доту играю, смотрю твои стримы. Заур у него спрашивает: а на ком рейтинге играешь? Ну, я сейчас подслил, у меня рейтинг 100. Заур спрашивает: сколько, сколько? Он говорит: 100. Я, наверное, Заура лицо такое никогда не видел. Но думаю, рейтинг 10, наверное, может быть, или один-то. Один. Один, это правильный ответ. Этим человеком был не я, если что. О, oh, dude, I have no idea. 3K? No, it's one. What? Сколько танго было у Лайфстиллера в известном меме? Двенадцать танго! Самый часто пикаемый герой на TI 2023. Групповая стадия и плей-офф. Блять, Муэрта. Правильно. What patch was played at TI 2023? Number of patch. I don't know this. 734. 734. Alright, I gotta start running. Назови хотя бы одного героя в Доте, название которого состоит из двух слов и начинается с одной и той же буквы. Что? Что он спит? Да. Назовите героя, у которого в названии три провела. Ну, я не знаю. Keeper of the Light. Блять, Гэндальф. Назови единственного героя в Доте с дефисом в названии. Дефис или тире? Дефис или тире. Ну, скип пусть будет. Антимаг. Сука. Name the only character with an apostrophe in its name. What are these questions? Apostrophe in its name. I don't know. That's a nature's prophet. Oh. Кому Team Spirit проиграли по одной карте на TI 2023? По одной карте? Нам. Кому еще? Ликвидом. Да, правильно. Лопатой можно выкопать руну богатства, кобальда, healing self и что еще? Манго. Правильно. What teams participated both in Bad Boom Dacha in Dubai and in Bad Boom Dacha in Yerevan? There are two teams. Gaming Gladiators? Yes. And the second one? I mean, it's Bad Boom. Yes, okay. That's correct. That's... Назови хотя бы одного из двух, кто занял третье и четвертое место на Bad Boom Dacha в турнире 1 на 1. Третье и четвертое место на прошлой Bad Boom Dacha. Да, в турнире 1 на 1. Квин? Правильно. Какому герою посвящен самый прослушиваемый трек Shadow Razer? SF. Void Spirit. How many players from other games are there in top 20 of players with biggest esports earnings? Zero. Yes, only from Dota 2. Самый дорогой предмет из категории расходников, consumables. Сейчас, а рейндропы считаются расходниками? Да. Ну, рейндропы, значит. Аганим шар. А, это расходник, блядь. В Доте есть нейтральный предмет дублон, а в реальной жизни дублон — это золотая монета какой европейской страны? Не знаю, Ирландии. Испания. В каком тире находится нейтральный предмет амулет одуванчика? Амулет одуванчика? Данделион амулет. А, в третьем? Правильно. Молот Мьёльнир принадлежит скандинавской мифологии. А какой мифологии принадлежит Глейпнир? Глейпнир. Не знаю. Португальская как. Тоже скандинавской. Сука. У какого героя больше всего насмешек? У Минера. Nature's Prophet. Кто громче всех называет по никнейму игрока Cancel? А, Норм Зет. Правильно. Сколько скиллов в Доте имеют механику Таунта? Две. Пять. Пять. What character can be found by printing Bosch?
I don't know, Bloodseeker? No, it's Tinker. Okay. Во время насмешки Слардара звучит композиция «Танец феи Драже» из известного балета. Как называется балет? Маленьких утят. Щелкунчик, Чайковский. Как называется пассивный эффект Game of Trusite и Divine Rapier, который отвечает за потерю предмета при смерти? Не знаю. Drop in the bag, блядь. Everlasting. Какой прирост урона Дагона с каждым апгрейдом? Большой. Сколько конкретно? Между нормальной и много. Сотка. Угадал. Все, мужики. Набегался. В первом составе ДТС играл Artstyle, Dendy, Dread и... NS? И кто еще? Smile? Нет, Light of Heaven. Все. Easy. What's the difference in the price pool between this Bedroom Dacha and the previous one? I think the other one was 300k, so 700,000. 700,050, actually. Okay. Okay. Какой нейтральный предмет хочет найти и Саппорт, и Гарри Поттер? Не знаю. Философский камень. Разворачивай. Иван, это твой размер, кстати. I go for this thing. This and Shadow Fiend socks. Let's go. My favorite hero. Разверни, покажи, что достал. Это Хандли Панкин.